Мне очень нравится, мне вообще нравится все, что связано с водой. А тут еще и русалкой быть очень понравилось. Друзья, всем привет! Очередные другие места. По-прежнему нахожусь в Астане. И сегодня хочу вам показать океанариум, столичный океанариум с необычной стороны, потому что мы находимся в той зоне, в которую, я думаю, что мало кто вообще задумывается, что есть вот такая вот зона, да? Но при этом здесь осуществляется 90% работы, которая позволяет функционировать этому океанариуму. Здесь и кормят рыб, здесь работают водолазы, отсюда ныряют русалки. Сейчас, надеюсь, мы увидим, как это все здесь устроено. В общем, это будет репортаж о том, как устроен океанариум. Так, сейчас мы идем на место работы водолазов. Посмотрим, как у них там все устроено. Святая святых океанариума. То, что не видно обычным гостям. Меня зовут Силбек. Я здесь уже работаю 20 лет уже. И заключается наша работа — чистка дна, рифов, скал, потом наблюдение. Акулы, они опасные. Они опасные, во-первых, это звери, как бы, да, хищные это. Но, учитывая тот факт, то, что мы работаем с ними, как, знаете, вот, как с ребенком, вот. Им нам привозят маленького акулу. Первая задача водолазов – найти подход, налаживание контакта с акулой непосредственно. То есть ты вместе с ним в воде находишься, чтобы она почувствовала твой запах, твои колебания, твои движения, то есть все. Вот они же тоже как бы боятся нас. Большой черный дяденька, блин, с пузырями, как бы там, для них это тоже страх, как бы. Но и с одной стороны, они любопытные, кто же с нами вместе тут обитает, как бы там. И раз-раз находим общий язык, как бы, спокойно, и стараемся. Но технику безопасности соблюдаем все равно, потому что, как-никак, не говорит и хищник, он может быть и как кошка может с тобой, ты можешь ее погладить, можешь обнять, поцеловать, что хочешь. Но если что не понравится, она может цапнуть. А у них тоже бывает разное настроение, да? Да, по-разному бывает настроение. Бывает, если смотрим тоже, если она такая агрессивная такая, да, вот она, резко так, дерзко так возле тебя проплыла, все, не подходим. Однозначно, значит, что-то не то. И уже сторонимся, как бы так, издалека там, привет там, под водой там, и все. Друзья, мы попали в подводный мир, в центре степи. Тут прям, как я не знаю, как на подводной лодке. Ого, тут какая-то магия происходит. И вот подо мной плавают самые хищные рыбы. Это вы, получается, с рук кормите? Да. Это почему с рук кормим? Потому что это сама фишка, то есть шоу, как кормление, как бы. И водолаз непосредственно одевает на руки кольчугу сверху неопреновую. Это металл, да? Да, 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 вот металл. Как чтобы не прокусило, да? Да. Не, ну, чтобы не оторвало, то есть, скажем так. Прокусить, любой прокусит, не только акула, и таранкс может прокусить, и хирург может, или морская собачка, как бы. Но он защищает от того, что, ну, не оторвет кусок у тебя, получается. Слушайте, опасная работа у вас, а? Ну да. Наверное, поэтому и нравится, да? Ну, скажем так. Или уже привыкли? Это работа. Все же в детстве смотрели Жан-Жак из Кусто, как бы. И вот я мечтал о такой работе. А когда в 2000-х годах приехал в столицу и узнал, что есть такая служба у нас, что есть
курсы обучения, то есть водолаз непосредственных профессионалов. Все, с тех пор я здесь. Здравствуйте, меня зовут Антон Успенский. Я заместитель начальника отдела океанариума. Вот особенность здесь этого океанариума. Мы с чего начинаем вообще? Почему начинается именно с этих рыб? То есть как в природе сначала у нас ток воды речной, да, то есть с пресных вод мы постепенно перемещаемся в мелководье, в морское, в прибрежную зону, потом в коралловое сообщество, в коралловые рифы. Выходим постепенно за рифы, это все можно четко отследить по нашей экскурсии. И потом уходим в океаническую пелагиаль. Вот. То есть у нас организмы представляют все эти биотопы. Рыбы у нас как раз питаются по сбалансированной диете, которая рассчитана именно на то, чтобы создать им благоприятные условия в аквариумах. Рыбу нельзя перекармливать, иначе будет портиться вода. Рыбу нельзя перекармливать, поскольку она быстро нарушает свои физиологические функции, то есть это приводит к ожирению, к крайней смерти. У нас рыба содержится некоторая фактически ровесники этого океанариума, то есть 15-20 лет особи. Это, собственно, говорит о том, что диета, их содержание очень продумано и очень сбалансировано. Соответственно, мы боремся за здоровье и за кондиционные свойства каждой особи. Вот, поэтому сказать то, что они не доедают, наоборот, я бы сказал, что некоторые из них стоило бы похудеть. Вот, поэтому нет. Здесь что у нас? Здесь у нас рептилии. Крокодиловый кайман и черепахи пресноводные. Кто-то может тоже подумать, что он вообще жив, не шевелится даже. Он жив, да. То есть рептилии, в принципе, они не очень активные. Соответственно, когда они содержатся в террариумах, в зоопарках, в океанариумах, соответственно, они еще меньше подвижны, чем в естественной среде, да, поскольку им не нужно охотиться. Основной фактор, движущий в природе, это голод. Здесь они не испытывают голода, потому что им приносят и кормят их, вот, опять-таки, по определенному расписанию, по определенной диете. Соответственно, им нет нужды охотиться, нет нужды активно двигаться. Зато мы можем совмещать крокодилового каймана и черепах. То есть, если бы он голодал, он бы постарался на них поохотиться. Это не свойственно, как бы, в принципе, для вида, но тем не менее. А еще мне сказали, что вот этот крокодил, он прям вырос здесь, да? Да. То есть особь, она была меньше. То есть не сказать, что это из яйца, но особь была не очень крупная. Соответственно, и черепашки тоже, они маленькие достаточно были. Увидите, морских черепах они были совсем микроскопические. Вот спичный коробок, сейчас это фактически половозрелые крупные особи. То есть, да, это тоже говорит о том, что рептилии себя в том числе здесь чувствуют вполне вольготно. Почему так темно? То, что касается освещения аквариумов, демонстрационных емкостей, оно подобрано специально из потребностей организмов. То есть не все рыбы любят яркое освещение. Допустим, вот пираньи, паку, они не любят яркого засвета. А также есть такой нюанс, как обрастание аквариумов. То есть если мы дадим избыточное освещение, то у нас будут разрастаться микроводоросли, фитопланктон, это все испортит как бы сами декоративные свойства аквариума в емкости. Тем не менее, вот главный танк у нас сейчас в этом году, в конце года, начнется работа по декорированию, и в начале следующего года мы будем добавлять точечное освещение для подсветки этого декора, то есть чтобы не только нашим обитателям, но и посетителям было наиболее комфортно, наиболее вот... А вот сейчас прерывос, вот это кто плывет? Это зебровая акула из отряда вабигонгообразных, то есть такая достаточно миловидная, дружелюбная, да. Ну мы здесь в океанариуме вроде есть акулы, да, но мы не наблюдаем, что они прям едят, нападают на рыб, да? Конечно, это тоже достигается за счет диеты, за счет распорядка, кормления. И вот у нас произведено разграничение зон. То есть вот эта зона, этот тоннель у нас представляет мелководье прибрежное. Вот. Не совсем литераль, но уже такое вот прибрежное мелководье. Здесь мелкие акулы, мелкие стайные рыбы. Крупные хищники у нас находятся в другом тоннеле, который представляет уже внешнюю стенку кораллового рифа. То есть вот сейчас мы переходим в коралловое сообщество, которое представлено мелкими рыбами в маленьких емкостях и коралловым сообществом главного танка. А дальше у нас пойдут крупные хищники, это уже как бы
пелагиалии больше относится? Океанариумы делятся на два типа. Те, которые находятся в прибрежье, прямо на побережье, они воду берут прямо с океана. Мы так по понятным причинам сделать не можем, да? То есть у нас вся морская вода, она, что называется, искусственная. Мы закупаем соль от ведущего производителя и готовим воду прямо здесь, на месте. То есть в целом это изначально водопроводная вода, вот, которую мы отстаиваем, обрабатываем, засаливаем. И уже только потом, она спустя достаточно большой цикл обработки и подготовки, попадает к нам в чаши. Вот, как пресная, так и соленая вода. То есть на это тратится достаточно большая часть бюджета, на засолку, на подготовку воды, поскольку это очень ответственный момент в нашей работе, поскольку от качества воды, от ее изначального, первоначального качества, зависит здоровье рыбы и, в общем-то, то, будет функционировать океанариум или нет. Чувствуешь себя, как будто вот ты где-то в Турции, да? Соленость, да. Да, вот где-то возле моря. Да. Вот. Они вообще реагируют на прохожих или нет? Как думаете? Знаете, за 20 лет они, наверное, привыкли. Вот. Плюс акулы в основном полагаются на другие органы чувств, да, то есть у них и электрорецепция, и они давление воды чувствуют, колебания, звуки. А зрительный контакт для них, скажем так, менее важен, но если люди стучат в стекло или, допустим, сфотографируются вспышкой, это негативно на них сказывается. То есть они начинают чувствовать это, переживать, волноваться. Нервничать, да? Да, когда находится рядом водолаз, это неприятно. Вот. То есть они тоже любят покой и тишину, как и все. Это у нас гигантские гарангсы, в принципе, гордость нашего океанариума. Они есть отнюдь не везде. Это крупные уже половозрелые особи. Они в природе достигают еще больших размеров. То есть там рыба за 100 килограммов – это вполне реальность. Здесь они уже тоже там 20-30 килограмм достигают. Они фактически с основания океанариума. Океанариум в Астане впервые был открыт в 2003 году, то есть прошло уже 20 лет, даже не верится. Получается, за это время выросло уже целое поколение. И наверняка тот, кто был ребенком в 2000-х, теперь сюда приводит уже своих детей. С момента открытия океанариум постоянно менялся и расширялся. Рыбы, выпущенные мальками, вымахали уже до 3 метров. Взять осетров, некоторым из них уже по 15 лет, тогда как живут эти рыбы, как люди, до 80-100 лет. Считается, что самое сложное в океанариумах добиться воспроизведения обитателей, но в Айленде есть прогресс в этом направлении. Например, здесь научились размножать медуз. В столичном океанариуме есть и свои, так скажем, династии. Акулы-няньки родились уже в океанариуме. Это третье поколение, то есть внуки тех, кого привезли в 2003 году. А вот акула вот здесь вот лежит, это она что? Это акула-нянька. Она отдыхает так или что это? Да, это акула из отряда люгонгообразных. Для них свойственно отдыхать, они могут дышать жабрами, принудительно прокачивая воду через них. В отличие от акул из отряда серых акул, которые должны двигаться постоянно. И лежат, отдыхают, многие спрашивают, что с вашей акулой, почему она спит или что-то ей плохо. Нет, с ней все прекрасно, она отдыхает после приема пищи. Ну вот для меня открытие, что глаза у акулы как бы не главное, да? Ее средство для охоты. У всех водных организмов, в первую очередь, на хеморецепции, на улавливании колебаний воды, как вот боковая линия у рыб, она именно для того, чтобы она могла в полной темноте, в мутной воде чувствовать добычу, чувствовать угрозу, чувствовать объем, ориентироваться. И, соответственно, это основные органы осязания, чувствуют. Сейчас мы спустились в карантин, в карантинный блок. Собственно, то место, куда попадает рыба сразу после поставки. Вот тут ряды аквариумов, которые также подключены к системе очистки воды. Она там в конце. И рыбу, как только мы получили, получаем их в таких вот пенопластовых ящиках, пакетах. Собственно, распаковывается и рассаживается по аквариумам. Для того, чтобы она привыкла к нашей воде, акклиматизировалась рыбой. С Индонезии морскую рыбу мы с Юго-Восточной Азии получаем.
Где ваше рабочее место? Ну вот, в основном, как бы, наш этот... Кабинет? И кабинет, и комната отдыха, и как бы... Здрасте. Все, ну, куча в куче. Вы тоже водолаз? Нет, русалка. Русалка? Айгуля. И как вам? Мне очень нравится, мне вообще нравится все, что связано с водой. А тут еще и русалкой быть очень понравилось. С нами рыбы плавают и скаты, два ската. Скатов. Не было страха? Нет, мне наоборот, было интересно скатов с рук покормить. Ну что, уважаемые друзья, мое любимое выражение «город в городе». Вот я и не знал, что Окинариум – это тоже такой город в городе, чего здесь только нету. Здесь целый мир, и целый мир, он скрывается от глаз посетителей, потому что здесь вот техническая зона. Вы все видели, насколько это большой вообще труд содержать вот это вот огромное, ну не знаю как, огромный аквариум, да, кормить этих хищников, да. Пытаться как бы сделать так, чтобы у них была какая-то комфортная среда. В общем, для меня сегодня было очередное открытие, надеюсь, и для вас тоже. До встречи где-нибудь еще.